Всем привет, дорогие друзья, с вами Рослав. Сегодня у нас обзор журнала Лего Сити. Главным героем у нас здесь будет дворник, который хотел осуществить свою мечту, а именно стать археологом и бизнесменом. Но для осуществления этой мечты ему надо было очень много денег. Но он не знал, как заработать, поэтому удовлетворялся своей обычной работой дворника. И ничто не предвещало его успеха, так как этот комикс. Посмотрите, тут у нас есть канализации, постер, где этот дворник и кот. И посмотрите, он здесь найдет клад и получит просто кучу денег. Так что, ребят, бросаем учебу, идем в дворники, будем миллионерами. Йо, всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под роликом.